Да здравствует 14 июля, да здравствует Париж. Простите, сэр, могу я прервать вас на минутку? Один вопрос. Мы не местные. Почему все танцуют? Вы что, не знаете? Нет, но хотим узнать. Ну, потому что сегодня 14 июля. Я же говорил. Простите, что отрываем вас, но мы бы все-таки хотели знать, почему все танцуют 14 июля. Но вы знаете, я как-то думаю, что это все связано с историей. Я спрошу у своего друга. Эй, Жан, почему мы празднуем 14 июля? Почему мы празднуем 14 июля? Слушай, почему мы празднуем 14 июля? Это как-то связано с Бастилией. Я же говорил, что это связано с историей. Мы празднуем из-за Бастилии. А что с Бастилией? Не знаю. Одну минуту, я спрошу. Не беспокойтесь, спасибо большое. Спасибо. Не за что. Но видишь, Голубок, очень просто узнать. Очень просто. С самого утра я хотел спросить, в честь чего этот праздник. Подожди-ка. Татьяна, он сказал Бастилия? Да, разве ты не знал? Это название станции метро, дорогой. Правда мило праздновать название станции метро? Очень мило. Это не мило, это ужасно. Бастилия была государственной тюрьмой, самой известной во Франции. Какая разница, что когда-то было? Французы это празднуют, и мы будем праздновать тоже. Может быть, это и странновато, но очень очаровательно. Но все не так просто, дорогая. Это была революция. Что? Французская революция. Тогда они свергли короля и аристократию. Это то же, что случилось с нами в России? Да, ваше высочество. Почему же ты не сказал мне? Я сказал? Сказал? Ну да, сказал. Но сказать надо было раньше. Чего же ты ждешь? Ты думаешь, я собираюсь праздновать эту революцию всю ночь? Пошли отсюда. Это ужасно.